Дорогие друзья, всех приветствую. Покажу сегодня суп. Недавно на днях сделал в рабочем режиме для себя поесть супа по-быстрому. Мне он понравился, я решил его показать. Значит, что ключевые особенности? Суп дешевый, делается просто. Любите, если вот японскую тему, любите, если вот мисо суп заказываете, вот это ваш вариант, он точно вам понравится. Но на самом деле суп такой наш, просто с маленьким японским акцентом. Его будут вот задавать вот эти вот водоросли. Водоросли вакаме будем использовать. Очень просто. Смотрите. Значит, я для вашего удобства пропустил этап варки бульона. Вот у меня тут вот бульон. Сейчас вы будете это вот наблюдать. Я перелил. Вот он сварился у меня полчаса назад. Сейчас как раз хорошо видно, вот что тут, так сказать, в его составе. Вот так я сделаю. Так, 1500, ну будем считать, что 1,5 литра, там плюс-минус, сейчас как раз пойдет, пока он будет готовиться. Соответственно, кому нужен будет точный рецепт в PDF-формате, прошу в нашу группу Telegram, я его там выложу. Да, и к слову сказать, первыми этот ролик видят зрители Рутюба, подписчики группы Telegram. Ну, многие из вас это уже знают. Вот, и так, как я уже сказал, суп достаточно простой. Я буду использовать бульон, я буду использовать красный и желтый перец. Конечно же, можно использовать один перец, который вам будет доступен. Который просто какой у вас будет в наличии, вот скажу так. Значит, я вот делаю вот такую... У меня, поскольку в наличии два, я буду делать вот так. Давайте. Значит, друзья, я начну сейчас с картофеля. Я сделаю его соломкой. Вот, мы уже так делали, такой суп с использованием соломки из картошки. И судя по отзывам, он вам очень понравился. Я в конце видео дам заставку на это, ну, дам вот эту конечную заставку, там будет видео. Вот, готово. Залил водой. Несколько раз я залил, так, пожмакал, слил воду, убираю крахмал. Так, вот у нас есть такая соломка. Теперь я возьму лук-порей, буду использовать порей. Я из него тоже сделаю соломку. Возьму я его, наверное, вот столько. Значит, чтобы из него вот сделать соломку, мы его ставим, прорезаем половину. Вот так его разворачиваю. Видно, да? Угу. Ставлю и нарезаю. Помидор, конечно же, тоже соломкой. Помидор в этом супе работает в качестве усилителя вкуса. Все подготовлено, и мы на финишной прямой. Я сейчас закипячу бульон, но сделаю это, конечно, за камерой. И покажу финальную часть. Итак, друзья, тут у нас внезапно начали сверлить где-то, я не знаю. Поэтому, если это не прекратится, я, наверное, озвучу дальнейшие свои действия уже постфактум при монтаже. Посмотрим, как пойдет. Но давайте на экран. Точнее, не на экран, а на кастрюлю. Закипел бульон. Я кидаю сюда перец. Дождусь, когда закипит, брошу помидоры и лук. Вот оно закипело. Я бросаю помидоры и лук. Прошло где-то несколько минут. Я вот успел дождаться, когда закипит. Помыть доску. У нас продолжается сверление. Значит, на этом этапе добавляю вакаме. Им нужно время там порядка 10 минут. А дальше пойдет у меня картофель. Минутки через 2. То есть так, смотрите, сейчас еще, значит, пару минут вот это покипит.
Я отожму, я сейчас солью воду с картошки, положу картошку, и это будет означать для меня, что до конца варки осталось 10 минут. А за 2 минуты до конца варки я положу лапшу. Друзья, готово. Сейчас будем наливать и смотреть, наливать, что получилось. А получается он вкусный. Что ж, дорогие друзья, рецепт подходит к концу, а я, как всегда, желаю вам категорического здоровья, отличного настроения и скоро увидимся в новых роликах.